Зачем мы едем? За Валерой! Куда мы едем? В Брест! Ну что, добро пожаловать! Дедушке Морозу на поместье, мы должны попросить наших стражников. Здравствуйте, стражники, пропустите нас, пожалуйста. Вы будете топить свой ледяной камин. 30 часов для сна. То есть на маленькую он спит, когда гостей много, времени на отдых не хватает. И это на месте. Зовут его Болотник. В Березовском биосферном заповеднике. Рита елку наряжала, мама Рите помогала. Выдавала ей игрушки, звезды, шарики, хлопушки. А потом гостей собрали и у елочки сплясали. Say to us, twinkle, twinkle little stars. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад видеть вас у себя в гостях, в самом сердце Беловежской пущи. Пингвины! Так вот, а что делают пчелы? Кусают. Прежде всего, мед делают. Меня зовут Аленушка, я помощница нашего Дедушки Мороза. Подойти, дотронуться до него, подумать обо всех своих плохих поступках и сказать: мельница, мельница, пусть все плохое перемелится. Подобрать себе я смог пару варежек для... Рог! Молодцы! Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Стужа, и я самая старшая дочка Дедушки Мороза. Вы желания приготовили? Загадывать их будем? Да! Тогда я вас всех приглашаю к нашей новогодней елочке.
направо отправляется Василькова!